Начиная с 25 июня жители Московской области смогут проголосовать за поправки в Конституцию Российской Федерации. Сделать это можно будет тремя способами. Например, пригласить домой члена избирательной комиссии. Также возможен вариант, когда удаленные населенные пункты просят избирком приехать к ним и организовать место для голосования. Такой способ будет использоваться впервые. Третий метод традиционный. В течение 5 дней можно прикрепиться к избирательному участку через мобильный избиратель, прийти на избирательный участок и проголосовать.